данном турнире. Затем у Ван Нань более тернистый путь получился. Два сета. А еще четырьмя годами ранее в Сиднее лучшей была. Обе привыкли только побеждать. Выдающиеся теннисистки. Но Ван Нань... Семи ударами развести соперницу. Стая встреча между этими теннисистками, а сколько уж тренировок проведено совместных. На вооружение. Юмейсю и Цзин Люо. Все так хорошо складывалось для Ван Нань, но одно и другой. Дай бог каждому такие пробелы. Честно скажу, не инициативу в свои руки. То есть великолепный подбор, продуманный подбор тактики. Здесь 3-2, впереди уже Ван Нань. Сумасшедший. 3-0. Отыграть в очень неудобную для соперницы точку. Вот как сейчас чуть смягчила удар. Возможно, там, завтра этот предел будет превзойден, но сегодня он еще существует. Ну просто фантастика. В дальнейших скоростях. Таких скоростях за такими... Ой-ой-ой. Второй партии, это самый решающий момент, и этот сет достается Джан Инин. Пинуа вот сейчас будет, даже если не золото, а серебро, это того, кто... того, кто, в общем, тоже максимальный. По звуку можно догадаться, что он попал в стол.
30 Джаны Нин и лет 2-3 на подаче Джаны Нин. Ой, 3-3. Рывок в онлайн на старте сета. В глаза. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Этот мяч. Снова в смысле сетбола. Предыдущая партия был один. И снова сет. Она, конечно, вот, кроме технического мастерства, кроме... Сейчас 6-4 уже в пользу Джаны Нин. И еще чуть. Тренеры здесь не присутствуют, а может быть даже именно... Да, не зря брала тайм-аут, собралась с мыслями, пришлось ей бы гораздо сложнее. Но вытянув, она... Хотя нет, нет, я не прав, я ведь сегодня только вспоминал, как 3-5 назад. 3-1, и даже там, по-моему, может, Нин еще не была тем, кем сейчас. Сейчас это просто железный. Но как это не жалко, как, ну, я не знаю, мне как-то вот немножечко... Шедше здорово. И по игре она, безусловно... Нань, но она уже чувствует, как можно такое внимание, такую концентрацию держать на протяжении всего матча. Это невероятно. Это возглавляет мировой рейтинг и выигрывает все и вся. Здесь уже ошиблась, может быть, даже и специально Ван Нань. Браво!